Вечный огонь зажжен на площади Славы в Сормовском районе. Торжественную церемонию осуществил Глеб Никитин. После возложения цветов к вечному огню в Нижегородском Кремле губернатор взял частичку огня оттуда и привез ее к памятникам танкам Т-34 и русский Рено. Здесь Глеб Никитин зажег вечный огонь рядом с заводом «Красное Сормово». Мемориальный комплекс на площади Славы открыли после реконструкции к 75-й годовщине Великой Победы. Решение о создании площадки для вечного огня было принято на заседании некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей». Единое Сормово в октябре прошлого года. Инициативу поддержали и жители-сормовичи.